Сегодня мы присутствуем на запуске нового X-Trail на нашем заводе в Санкт-Петербурге. Это уже третья модель, которую мы запускаем в этом году. Nissan X-Trail очень популярная модель на нашем рынке и обеспечит нам прочные позиции в автомобильном сегменте в Санкт-Петербурге и в Российской Федерации. Мы расширили наш завод с 10 машин в час до 20 машин в час, что является теперь эквивалентом 100 тысяч автомобилей производства в год. Вместе с этим мы продолжаем увеличивать нашу локализацию. Порядка 90% автомобилей, продаваемых в России, должно производиться в России. В рамках расширения нашего завода мы запустили цех пластиковых деталей и будем производить бамперы для наших автомобилей. Также мы запустим цех штамповки для кузовных деталей. Пожелаем нам всем удачи. Спасибо.